Всем привет! С вами Мьюз Харт, и мы продолжаем приключения в мире Final Fantasy. В предыдущей серии мы с вами уничтожили короля темных эльфов Астоса, вернули кристальный глаз Матои, спасли от проклятия Прица, он отдал нам ключ, и мы с вами сходили, посетили закрытые комнаты королевства Корнелия и храма Хаоса. Да, так много событий произошло в предыдущей серии. В этой серии мы продолжим с вами открывать закрытые комнаты, которые остались. Это комната одна, единственная, в том самом замке, где сидел Астос. И закрытые комнаты в болотной пещере, куда мы с вами сейчас, собственно, и отправимся. Кстати говоря, за кадром мы с вами прокачались до 10 уровня. И да, Зест теперь отстает. Я, кстати, купила лет 2. Да. Зест отстает сейчас на 700 очков опыта. Это совсем ужасно. Это очень плохо. Ну, Тео сейчас всех вынесет. Потому что это ж Гром 2. Лед 2. Мы купили наконец-то. И я еще Зесту купила серебряный меч. Да, мы в прошлой серии нашли рунный меч. Рунную саблю. Волчий меч, меч волка. Но я все-таки сплавала в Эльфхейм, купила лед 2 для Тевы и серебряный меч для Зеста. Немножечко, где-то, по-моему, пунктов на 2, на 3 повышает атаку. Блиц, кстати, с 10 уровнем стал у меня бить тройным ударом. То есть до этого, с самого начала игры, он бил двойным ударом, начиная с 10 уровня, у него уже тройной удар появился. Теперь, всякий раз, как только Блиц будет повышать свой уровень, его атака будет увеличиваться. И монах наш будет просто отжигать, не по-детски. Пойдемте сразу в замок, не в Эльфхейма замок, а в замок Астоса, оттуда в болотную пещеру. То есть сначала на север, потом на юг. Уже как-то, знаете, уверенно себя чувствуешь, когда 10 уровень. Шанс ударить первым. Ну давай, с него деньги сыпятся, ничего так. Ну, как сказать. Так себе, если честно. О, 4-кратный удар уже даже. У Флейца. Флейц молодчина. Флейц начинает украшать себя. Ну, как сказать, украшать себя. Блиц начинает становиться все лучше и лучше. Наконец-то у нас монах, действительно монах. Крутой монах. Так, ну, естественно, без боя мы не дойдем. Так, не, давайте убить или атаковать. Не знаю. Да, эти маги попытаются сбежать, а эти атакуют. Ну, я так и знала. Не, в принципе, даже если бы мы сейчас попытались сбежать, они бы и так, да, атаковали. Ну, в смысле. Слушайте, Блиц стал прям великолепным. Блиц великолепный. Видите, меч уже серебряный. Он, кстати, тоже ничего так выглядит очень даже симпатично. Так, ладно. Ладно, ладно. Ну чё, я там понакупляла всякого. 8 самых противоядий. Давайте встанем, как мы стояли. Вообще вот это все вручную надо переставлять. Вот мы дошли. Так.
Ну, тут врагов нет, тут можно ходить спокойно, совершенно, тут мыши летают висячие, потому что они кругом вечно мешают мне пройти. Так, здесь, по-моему, надо вот так, вот так. Кто только этот замок строил, интересно посмотреть архитектору в глаза. Так, так, и вот так. Все. Мы пришли, вот она, открытая комната. А здесь, да, здесь есть... О! Вот эти... Давай, я не знаю, обычный вариант. А ты огонь. Давай маленький огонь. Они, по-моему, тоже парализуют. Или отравляют. Что-то они делают. Они, как правило, все что-то делают. То есть просто так у нас ничего не бывает. Ну этого мало уже. Ну ему хватает, он же его заспадет. Так. Ну, значит, только у нас в этой комнатке. Опыт, хорошо. Так, здесь у нас фалчион. Это, по-моему, меч для... для кого? Мумии. Мумии – это штука опасная. Давайте их огнем. Мумии боятся огня, как всякой нечисти. И мумии хорошо горят, да. Пошли, попахни. Двойной удар. Да, у Зеста двойной удар появился. У Зеста двойной удар, у Флица четверной. То есть, действительно, воины наши наконец-то могут показать себя. Видите, как классно огнем. Потому что они боятся огня. Я чувствую, перед болотной пещерой мне придется использовать коттедж. Единственное. Мне, кстати говоря, ну опыт это нехорошо, кстати, дают. Посов силы. Ну-ка. Это, во-первых, кому одеть посов? Ой, лицо он его не оденет. Дай. Ну-ка я попробую. Лоя? Так, сначала серебряный молот. Сколько у нее атака? 18-19. 18-14. Маленький показатель критического удара. Надо ей... Нет, оставить молот. Ну-ка, а получил он боль меня здесь? Ну, одевается. Только серебряный. 37 на 52. Двадцать девять на 47. Ну, так все. Я хочу на нее посмотреть. Сейчас глянем. А я с этой стороны зашла. Ага. Железный наруч. У меня сейчас, кстати, какой стоит медный? Медный наруч. Так. Лучше медный или железный? Защита 33-33. Нет. 35-31. Уклон падает. Защита поднимается, но уклон падает. Я вам об этом говорила, что некоторая броня может снизить что-то, то ли некоторая броня снижает атаку, некоторая броня снижает уклон. А можно его кому-нибудь еще дать? Интересно. Дайте.
медный. А, значит, я могу дать слоя? Нет, не могу дать. Ладно. Так, все, блин. Я хочу сейчас посмотреть на Алчион. Алчион вообще-то. Сейчас глянем. Сейчас. Вот на вас сейчас посмотрим. Если успеем. Если флиц. Ну так, ладно. Тогда давайте вот это вот все бейте. Я гляну на Алчион. Ну под. А, ну да, он, знаете, он похож на Руми. Меч, только серенький. Угу. Не, я оставлю серебряный, там атака побольше. Не, ну Клиц, конечно, сейчас бить стал хорошо. Я оставлю серебряный, меч за стол. Потому что Фалчион это ему не подходит, определенно. Значит, мы оставим тот меч, который у него был. Победа. Чуть-чуть там опыта, чуть-чуть золота. Меняем обратно оружие. Одеть серебряный меч. Блин, у него уже 4 меча, и мне надо уже продавать. Так, неохота, если честно. Я вообще не люблю этим делом заниматься. Так, ну труп мы убьем. Он один. Чтоб не убить. Тем более, когда у меня такой стал монах потрясающий. Я говорю, то есть с каждым новым уровнем персонажи становятся сильнее. Монах прокачивается. Когда монах прокачивается, он начинает быстро и больше бить. И наносить больше ударов. Неожиданная атака. Вот этот волк меня бесит. Надо его убить. Да. Нет, уже не надо его убивать. Тогда мы сбегаем, ребят. Не хочу уже тогда никого убивать. Сейчас мы тогда сбежим. Просто сбежим, не будем этого волка убивать. Потому что я хотела сбежать. Ну, ударить сначала волка, типа мы его убили и сбежали. Ты, не надо, Тэву. Маги рвутся в бой. Меня уже двоих отравили. Приятно. Ну, зато убежал. Так. Опять у нас отряд идет Лоя. Кстати, динамит. Ну да, мы читали. А, ключ. Мистический ключ. Так, очищение. Лиц. Лицест. Так, все. Не надо, Лоя. Не надо вести отряд. Что я делаю? Ну да, надо просто вот так поменять и все. Как у нас там с жизнями? Все нормально, все с жизнью. Сейчас мы дойдем, я использую коттедж. Чтобы у нас и магия была, и все остальное. Так. Вещи. А, в принципе, у меня домик есть. Уже домик. Давайте домик. Так, у меня магия восстановилась, ни хрена. Ну, в принципе. Ладно, пойдем. А хотя, господи, нет, ну что, как можно эти же бояться гру. Пискадралы. Давайте мы все-таки используем. Сохранить и восстановить магию. Вот! Это только коттедж, ну, который тут шатер, восстанавливает магию. Надо им всех затариваться просто до изнеможения. О, у нас, кстати, 6 уже возможностей. Так, ну все, здесь уже просто не сворачивая никуда и не убегая. Зима. Нам теперь сейчас ничего не надо, нам просто идти вниз, вниз, в самый низ. Блин, атака флица. Не, все, мы уже прокачаны, уже как-то, знаете, легче на душе.
Мы для этого и прокачиваемся, по сути. С 10 уровнем я как-то себя ощущаю лучше в этой игре. Более спокойно, глядя на то, как у нас Зест и Клинт стали атаковать. Наконец-то они до этого дошли. Потому что то, что у них двойной удар, это хорошо, потому что даже если они промажут, как они очень любят у нас, особенно Зест, все равно хоть какой-то удар, но попадет. Двойной удар, тройной удар. Обязательно какой-нибудь удар да попадет. И вот это очень хорошо. Так, твою же дивизию. О, мои самые любимые враги. Так, вот этого Тона. Давай обычным рядом. Давай огнем. Вот этого, опять же. Замочу. Вот эту скотину. Ползучую тварь. Главное вот этого нижнего убить. Скелеты, они в принципе ни о чем. Это так. Это не самые сильные враги. Сейчас Флой добьет всех скелетов. Не, красного не убило. Жирненький. А Зест, я надеюсь, убьет эту скотину внизу. Внизу, если та его, конечно, не парализует. Да вроде он вроде атаковал. Вроде. Я не помню. Не атаковал или нет. Сейчас посмотрим, кто кого. Зест против червяка. Давай. Нет! Но это значит, что он одним ударом... Да-да-да, он его парализовал. Значит, одним ударом, значит, он парализовал. Не-не, Флинский, чё? Вот этого. А этого как-нибудь зашибил. Там у него, наверное, хп осталось. Не, погоди. Ну что ты добоишься? Это я знаю. Живучая скотина. А, ладно, лицо надо было атаковать вот этого. Скелетончика. Ладно, сейчас мы этого убедим. Это не страшно. Вы нам теперь не страшны совсем. Мы сильные стали. Для этой пещеры, конечно. Ну, я говорю, у него там осталось-то какие-то доли маленькие. ХП бегал там с ними. Мелочью. Так, пойдем. Нам самый низ идти. Так, низ. Гарголы. Я не хочу гарголы. Но даже пока лечиться не будем. Потом уже, когда совсем нас укайдокают, тогда можно. Вот эту пещеру я уже наизусть знаю, потому что я ее проходила несколько раз. Ну, в детстве я ее вообще, я не знаю, сколько раз проходила, это было просто... Это было тяжко. Плюс я ее в ремейке проходила, и в этой версии много раз проходила. Так что я ее уже не знаю, мне даже никаких карт не надо. Черт, но все-таки в детстве то, что мы вот это все проходили по много-много раз, залазили, вылазили, залазили, вылазили. Знаете, в этом была какая-то романтика, серьезно. И запоминалось все намного лучше, чем сейчас в некоторые игры играешь. Поиграл, а что там было, я уже не помню. Во что я играл? Что там вообще происходило? А здесь, знаете, как-то и враги запоминаются. И вообще все, вот они, наши комнаты, которые закрыты были. Я до них в прошлый раз не дошла, потому что у меня плиц отравили. И бегать лишние шаги тратить мне было нельзя. Так, ну пойдем. Вот здесь у нас будет опять эти пискадралы. А, не! Кобры. Кобры. Я думала, пискодемоны. Пискодиаблы. Я не знаю, чем их убить огнем. Вот эти, по-моему, я не помню. Они травятся? По-моему, травятся.
вспомнил. По-моему, травятся. Но бьют они, конечно, да, больно. Больновато. Надо, кстати, подлечить Деву. Так. Ну, пока никого не отравили, скажу я вам. Может, нам всем подлечиться потихонечку? Нам бы всем сюда подлечиться. Не, ну, зацеплись. Все-таки я не зря до 10 уровня докачалась. Все-таки решила докачать их до 10 уровня. Надо всех подлечить. Так. Так. Здоровье или лечение? Лечение или здоровье? Давай здоровье, всех понемножечку. Ты давай магии. Опять огнем. Атакую опять же вот эту. Или ну, атаковал, я не помню. Ну, атакую вот эту. Так. Ну да. Мои великолепные воины наконец-то стали воинами. Давай, вот, видите, она всех подлечивает. Всех, но по чуть-чуть. То есть, вот эта вот магия, она разделяется. Магия лечения разделяется между всеми персонажами. И в итоге получается по чуть-чуть, но всех. Главное, чтобы сейчас Стеву не ударили. Ну, бейте Зеста, правильно, Зеста бейте. Зеста прямо сбивайте. Да, давайте. Не, они не травят. Ну ладно, это не страшно. Зеста прямо сбивайте, ребята. Он толстенький, он жирненький. Ему это на пользу. Нет, не на пользу. В следующей части, кстати. Давай еще огонек. Все равно сейчас лечиться надо будет. В следующей части там особенности прокачки весьма интересные. Главное, чтобы сейчас ты был удален. Весьма очень-очень интересные. Ну, когда мы дойдем до второй части, вы с вами увидите, что там за прокачка. Она очень своеобразная. И она продержалась только одну часть. Вторую. То есть только во второй Final Fantasy существует такая прокачка, какая там показана. О, хорошо, вот промазала. Если бы она не промазала, ему бы пришел конец. Нам пришлось бы возвращаться. Но, слава богу, Флоя добивает эту скотину. И мы получаем нормально так опыта. И что здесь? Вот, серебряный браслет. И браслет этот я дам дать Теву. Он у нас самый хиленький. А его медный браслет. Нет, погоди. Отдать Лоя. Так, одеть. Вот. Это одежды. А ты не можешь? Нет, нет. Это только на Зест может все вот это вот одеть. Так, лечимся. Так, Лиц. И Теву. Да, это долго. Вот не очень удобный интерфейс в первой части, скажу я вам. Давайте вот так. Все, хватит. Все, пойдем. Идем в другую комнату. Здесь у нас была броня. Так, вот только не надо меня отравлять. Но спасибо, ты его убежал. Он уже знает, что это за собаки. Волки вообще-то. Что они ужасны. По всем параметрам. Так, здесь. Здесь уже все. Так, его охраняют, вот это уже другое дело. Эскадралы всякие мои любимые. Волшебники, волшебники. Так. Атакуй. А ты, Гром 2, как всегда. Наши залюбленные Гром 2. Давай, Зес. Молодец. Умничка. Один и не ребенок. Хотя он не ребенок. Ему, я не помню сколько. Кстати, я прочитала в новелле всех наших воинов света, а мы из Гильдии.
То есть они не помнят, как они стали воинами света, как они эту силу получили, как они получили осколков кристалла, очень больно ударили. В новелле это решили не объяснять, это решили списать на амнезию. В принципе, в ранних финалках очень любили на нее все списывать. То есть, мы попробуем объяснить, почему персонажи это то 5-10. Не, давайте мы лучше им амнезию влепим. Все, решение проблемы решены. Так, я не знаю, вот этого давай. Вот Лид бьет. Он сейчас его убьет. Да, ну сейчас если Зест ударит, то хорошо. Ну это ладно, хорошо. Главное, чтобы не Теру. Не Теру. Пожалуйста. Вообще никуда его Теру. Вот Зест хорошо. Так. Прекрасно. Замечательно. Победа. Ух ты, с ним как хорошо-то. И здесь лежит серебряный кинжал, который уже есть у Теру. Так, нам надо лечиться. Да что ж экран-то темнеет. Так, чуть-чуть можно, чтобы лечить все того же Теру. И я думаю, Хлоя надо чуть-чуть подлечить. Ну, хватит, наверное. Так, а Зеста мы подлечим зельем. Крица. Не крица, я не буду пока лечить. Но это 170 еще. Горголы, защитная атака. Да не, они ничего не умеют. Я думала, они окаменяют. Нет, они не умеют. Это хорошо, мы от них убежим. Я надеюсь, они не атакуют еще раз. Нет, они атакуют. Сейчас пока все не проатакуют, мы не сможем убежать. Так, Зест, давай. Все, последний горгуль ударил. Давай, Зест. О, молодец. Вот драпать ты умеешь. Так, ладно, пойди. Сколько тут, по-моему, еще две комнаты осталось. Опять вы? Не хочу. Ни крама, ни капельки неохота. Зеста бейте. Он у меня жирненький. Мальчик для битья. А вот магов не надо. Ну, Зест убежал. Хлою надо лечить. Зелье. Хлоя. Что еще одно? Как не хватает высших зелий, сильных зелий. Зелий. Зачем здесь надо было вот так делать? Пустая комната. Че она была закрыта? Так, по-моему, и вот это. Все. Вот. Нет, нет, вы не мои монстры в коробке. Отстаньте от меня. Вы не мои монстры в коробке. Я не буду с вами драться. Я от вас убегу. Мне нужны другие. Мне нужны те, кто охраняет сундук. И только посмейте меня отравить. Ну, паук-то он не отравит. А вот арахниды... Какие мы такие? Зест не может убежать. Зест увлепили критический удар. Не, мы убежать, наверное, не можем. Не, придется драться. А, не, Флиц убежал. Какой умничка ты мой. Так, вот мой бой. Вот они, волшебники. Только нам надо лечиться. Так, ой, давай, обеспечь. Всем лечение. У нас всех по 130 хп. Зато видите, как ровненько. 130 с копейками на каждого. Так, может вас льдом шибануть разнообразие ради? Я знаю, что вы боитесь грома, но лед у меня уже 4 уровня. Посильнее будет. Тем более мои вот эти прелестные, замечательные воины тоже вас неплохо бьют. Вот. По чуть-чуть на всех. Вот это хорошая вещь. Кстати, да, довольно медленно это все происходит. В ремейке быстрее. Анимация. Здесь очень медленная анимация.
как на вас лед? Ну, лед на вас, конечно, похуже, чем гром. Гром получше, потому что они боятся грома, а не льда. Ну ладно, это тоже чуть-чуть сейчас подколбасит гром. Подколбасим гром. Льдом, господи. Грома мы их еще не колбасили. Так, ну убьет, все хорошо. Я вот думаю. Опять убили. О, господи, убили. Не надо. Нет, за что убивать не надо. Он и так отстает. И пускай его, ой, я не знаю. Лечение подлечит. А ты, я не знаю, атакуй. А давай опять льдом. Чем жалеть теперь? Что его теперь жалеть? Я уже потратил. Тем более они подкошенные чутка. Чуточку подкосились от такой жизни. Ну да, мало. А хотя там хватает, ну потому что убитый уже. Убитый побитый. По-моему, его кинули. Вот это, конечно, плохо. Или за это. Ну, что за... Так, быстро подключили. Они ударили на Тэву. Ну ладно, у Тэву сейчас ничего так на кнопку. Да, его зазбили. Так, ладно. Ну, один остался. Пискодавил. Пискожил, блин. Просто в оригинале они называются пискодемоны. Поэтому я говорю пискодравы или пискожилы. Ну и пискодравы как-то поприятнее. Поприкольнее. Так, победа. Хорошо за них опыта, скажу я вам, даю. Да и денег тоже. Так, и лежит у нас тут 1200 гил. Хорошо. Так, лечимся и выладим отсюда. Жалко, у меня нет магии. Выход. А магия есть в следующих частях. Не знаю, лечить. Ну, давайте подлечим. Да, несет вот так. Все, пойдем. Пойдем, все, нам здесь больше делать нечего. В этом подземелье вообще уже ничего больше нет. Мы все собрали. Я постараюсь не пропускать никаких сундуков ни в одной части. Я постараюсь во всех частях вот так вот проходить. Подробненько, подробненько. Все-все-все места. Все-все моменты. Вот эти. Сюжетные, не сюжетные, я буду проходить все. Да-да. Хорошо. Ну, не так хорошо, как с этих самых волшебников. Не, ну я не могу, я их так и буду называть, волшебники. Или пескоты. О, какие неожиданные люди. Да, и они могут отравить. Как пивоши. Не ожидала вас здесь встретить. Они, вероятно, один из редких врагов. Так, а хотя, господи, зачем пить меня погибнуть? Я же ее не тратила. На. Они, по-моему, довольно жирненькие. Блин, льда нет. Они, по-моему, льда боятся. Ладно. Карпиоши. Карпиоши тоже будут, по-моему, в следующих частях. Да сколько можно? Вы задолбали. В принципе, можно было его тогда и не лечить. Да, они довольно жирненькие, я помню. Ну, я вот этих вот ребят, я помню, просто уже в 15-й финалке не были. Карпиоши. Но там они легкие враги. Там мы их сразу. То есть первый самый квест убить вот это. Вот это. Вот эту фигурку. Это самый первый квест. Так. Эй, магия. А клипу, господи, клипу Тэву подлечим вот этим. И зелень дадим. Вот так. Вот. Ну хватит экран темнеть. Не надо. Такое. Ой, сюда. Сюда. Вот так вы у меня стоите. Так, все, я надеюсь, я на них больше не наткнусь. Это, наверное, редкие противники, просто иногда в некоторых местах была триггерная битва, которая редкая.
редкие враги, которые редко попадаются. Ну вот эти постоянные попадаются. Кстати, не из постоянных врагов. Вот эти планы зеленые. Как-то в своем привычном облике будет поприятнее. Ну, не так поприятнее, поприкольнее. Ну ладно, их привычный облик во второй части увидите, как они выглядят по-настоящему. Их классический вид. Так, пойдем наверх. Ну, мыша! Задолбали эти мыши. Все, ну... Ну, чё у тебя осталось? Ну, что за люди такие? Угу, мы убежали. Хорошо. И наверх. Всё, считай всё. Чуть-чуть осталось. Выходим от седова. Сейчас пойдем в город. Я начну уже потом... Пойду. А, едить, колотить. Надо вас уничтожить, а при увлечении, блин. У меня все кончилось. Ну давайте, у меня огня еще две штучки. Кто-нибудь сейчас из магов шибанет вас. Ой, какой молодец, клеец. Ты моя прелесть. Ладно, кто-то сейчас из магов получит большой куш. В лице тухлых зомби. Тухлые зомби. Это страшно. Они так тухлые. Хорошо. Как раз. Мы победили. Это прекрасно. Это великолепно. Опыта мало. Ну ладно, денежка. Денежек, в принципе, тоже не так уж много. Так, выходим отсюда. Мышь, уйди. Уйди отсюда, нахрен. Все. Так, сенсов у меня нету, я пойду так. У меня уже нет магии. Прекрасно. Неожиданная атака. Главное, чтобы этот волк нас не траванул. Не траванул нас. Главное, чтобы этот волк... Волк, ты ведь не траванешь? Я надеюсь на тебя. Нет, молодец. И сейчас мы убежим. Мы убежим от вас, скотины. Неприятные, болотные. Все, мы убежали. Ах, так, пойдем в Вальхейм. Уже концами. Все. Мы тут все прошли. В Вальхейме, кстати, еще есть магия, которую мне надо закупить. Ну, давай тебя в Вальхейм. Ты у меня один, единственный. Чтоб тебя не убить. Много времени не отнимешь. Давайте, воин. Покажите себя. Вот. Вот это я понимаю, воин света. Тебя, а когда его до 50 уровня раскачать, каким он будет? Здесь, кстати, самый максимальный уровень именно 50. И самое максимальное количество ХП в первой части 999. Ну, я, правда, до такого состояния никогда не прокачивалась. Не настолько я терпение у меня не настолько хватает. Ну да. У них вот столечко, самый максимум 50 уровень. 999 хп. Да, я в этой игре никогда до этого не прокачивалась до 50 уровня. Не собирала миллиард гил. Все в этом духе. Просто потому, что я не знаю, какое надо иметь терпение, чтобы так в это играть. Ну дайте мне уже спокойно дойти, твари. Твари. А да, гром уж шибами, чтобы нас не травили. Эти гадюки. Давай. Уничтожь их. Теву, давай. Ты, блин, у меня берсерк просто магический. Зэр, будь добр. Ну или Флоя. Маги всех вынесли, нет. У меня по привычке всех вынесли маги. Ай, ладно. 61, 100.
Хорошо, мы дошли до города. Я думаю, на этом моменте мы с вами остановимся, потому что серия уже затянулась, изрядно затянулась. Мы собрали все сокровища во всех закрытых комнатах, и теперь можем двигаться по сюжету. По морю Алден, по-моему, она называется. Как-то в этом духе. И в следующей серии мы поплывем на остров гномов. Если вам понравилась эта серия, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите продолжения.